только скажи. Я разберусь. Пошел! Я тебе кого-нибудь пристрелю. Я пошел. Только скажи. Я разберусь. Пошел! Я разберусь. Только скажи. Работа выполнена. Командир, я разберусь. Пошел! Хороший приказ. Ходу! Я разберусь. Еду! Дайте мне цель! Без остановок! Какие крылья пристрелы! Да, сэр! Куда едем? Пошел! Дай-ка я кого-нибудь пристрелю. Не сомневайся. Еду. Thank you.
я пошел. Дай-ка я кого-нибудь пристрелю. Дай-ка я кого-нибудь пристрелю. Ну ладно, поедем. Вот он я. Из остановок. Я разберусь. Дай-ка я кого-нибудь пристрелю. Да отвали ты! Вот он я. Да отвали ты! Из остановок. Да ладно. Дай-ка я кого-нибудь пристрелю. Дай-ка я кого-нибудь пристрелю. Слушаю. Ну ладно, поедем. Дай-ка я кого-нибудь пристрелю. Ну ладно, поедем. Дай-ка я кого-нибудь пристрелю. Дай-ка я кого-нибудь пристрелю. Работа выполнена. Дай-ка я кого-нибудь пристрелю. Ну ладно, поехали. Дай-ка я кого-нибудь пристрелю. Дай-ка я кого-нибудь пристрелю. Сейчас сделаю. Остановок. Да ладно, ладно, сэр. Работа выполнена. Ну? И всего? Из остановок. Ходу, ходу. Сейчас сделаю. Дай-ка я кого-нибудь пристрелю. Rock and roll. Come on, yeah.
Дай-ка я кого-нибудь пристрелю. Ходу! Дай-ка я кого-нибудь пристрелю. Капитан, я лейтенант Самир Дюран из Федеральных сил сопротивления. Я наблюдал за вашей атакой на Доминион и рад предложить свою помощь и знания в борьбе. Интригующе. Лейтенант, вы ведь абсолютно не знаете, кто мы такие и что собираемся здесь делать. И почему же вы хотите нам помогать? Потому что мои люди и я дали клятву сражаться против Доминиона и его императора. Когда я увидел ваши войска, приближающиеся к Доминиону, я сразу решил присоединиться к вам. Я вижу. Итак, какую конкретную помощь вы можете предложить, лейтенант? Ну, у меня есть информация об этом районе. Я могу показать вам путь в новую базу Доминиона. Очень хорошо, лейтенант. Считайте себя и своих людей первыми колониальными призывниками Объединенного земного управления. Капитан, вы будете сотрудничать с лейтенантом. Посмотрим, понадобится ли он нам. Дай-ка я кого-нибудь пристрелю. Ладно, поедем, конечно. Приду, сэр. Дай-ка я кого-нибудь пристрелю. Дай-ка я кого-нибудь пристрелю. Работа выполнена! Сейчас сделаю. Так, я не могу пойти. Дай-ка я кого-нибудь пристрелю. Иду, сэр. Вы еще, капитан. Без остановок. Дай-ка я кого-нибудь пристрелю. Ну, конечно. Дай-ка я кого-нибудь пристрелю. Ну ладно, поехали.
Работа выполнена! Работа выполнена! Сейчас сделаю. Дай-ка я кого-нибудь пристрелю. Ходу! Thank you.
Следующая остановка – ад! Ваша сторона! Вы еще не сомневаетесь! Да, конечно!
сомневайся. Нет. Это как раз по мне. Да, сэр. Так и быть.
Чего пошел? Я пошел. Только скажи. Чего тебе надо? Я разберусь. Обороноспособность планеты нарушена. Теперь наши тактические команды могут заняться системой связи.